В рамках работы по благоустройству окружной столицы необходимо решить вопросы с заброшенными долгостроями. На это в ходе оперативного совещания обратил внимание городских властей и профильных ведомств губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. В частности, речь шла о недостроенном доме в микрорайоне Авиаторов, здании общежития Ненецкого профтехучилища, а также объекте незавершенного строительства на улице Первомайская. Да, мы занимаемся благоустройством, и такие вот развалины, да, какое-то создают впечатление запущенности. Как в свою очередь сообщили в управлении имущественных и земельных отношений, по ряду объектов есть варианты решения. По поводу ПТУ было последнее решение совместно с департаментом. Мы выезжали, хотели же сделать тротуар пошире там и земельный участок перемежевать под этим объектом незавершенного строительства и красивый забор поставить, чтобы хотя бы не было видно вот этих некрасивостей. Что касается авиаторов, то мы планируем его на следующий год приватизацию включить. И через приватизацию, через этот механизм предоставить, то есть если есть понимание о том, кто подрядчик, то это в принципе несложно сделать. Хуже со свами на Лукойловской заправке, потому что там частное лицо. И там до марта 2021 года договор аренды. То есть тут сложнее. А с этими двумя, в принципе, понятно. Есть решения, не очень дорогие. Ну давайте вот мы в следующем году хотя бы с этими двумя объектами найдем решение. Уже будет хорошо. Тем более, что там хорошие участки, они находятся в хорошем месте. И они востребованы с точки зрения потенциального строительства.